Вопрос задает Виталий из города Смоленск. Что необходимо осознать с самого начала для познания самых глубин науки Каббала? Да, хороший вопрос. Действительно, наука Каббала, она всеобъемлющая. Она включает столько подразделов, просто глубинных подразделов, восприятия реальности, физика духовного мира, это схема мироздания, свобода воли. То есть очень много есть под тем, которые действительно, как же все это удержать в уме, как же все это удержать в сердце, чтобы с самого начала намереваться направляться прямо на цель и не сбиваться. Да? Вот как ты бы сказал ключевое слово, Ир. Цель. Самое главное — это цель. Цель — это Творец. Раскрытие Творца. Раскрытие Творца. То есть, понимая, что все, что я изучаю сейчас, где бы я ни находился, что бы я ни делал, куда бы я ни шел, в кругу бы я или не сидел, или слушал урок нашего учителя. Я понимаю, что цель у нас одна – это раскрытие Творца. Дальше. Но цель определяется, насколько вы определяете важность, как это важна цель вам, как эта цель усиливается вашей мыслью, важностью, которую придает вам все, что вы изучаете. И, наконец, если мы не будем забывать, а еще лучше напоминать друг другу о том, что наука Каббала – это наука о том, как нам прийти к объединению, как нам объединиться. Она говорит о том, как нам прийти всем к общему объединению, где бы объединением был Творец, свойство отдачи, любви между нами. То есть не во мне, а между нашими сердцами, между тем, как мы друг с другом будем контактировать выше наших тел, выше 5 органов чувств, которые поступенчатое, у нас есть. Поступенчатое раскрытие Творца, оно предполагает в себе раскрытие связи, которая между нами существует, которую мы просто перестали чувствовать. Совершенно верно. То есть, каждый раз, когда я буду вспоминать о том, для чего я изучаю науку Каббала, подведем итог. Я должен вспоминать, что речь идет о 3 факторах, которые у нас есть, которые мы знаем. Это группа, это где происходит источники. Объединение, где происходит сама методика, через где мы оттачиваемся, как мы просим о помощи Творца друг за друга. Далее. Источники. Источники – это книги, это весь тот материал, который оставили нам все каббалисты-предшественники. И, наконец, наш гид, путеводитель, это учитель, который нас направляет и желает провести именно тем путем, которым он уже прошел, через группу, через книги. Все эти 3 фактора, они должны стать для нас по-настоящему самым-самым главным, который оттачивает область, которая называется наука Каббала, намерение. Это самое-самое главное. То есть вся наука Каббала – это работа над намерением. Да. Как правильно устремиться на цель. Спасибо.